Всем привет, вы на канале TurboFlex, и сегодня мы будем играть на фантомке в Turbo Dota. Это, кто не знает, как Dota, только у нас идет матч гораздо меньше по времени, потому что у вас больше опыта, больше золота получаете, слабее башни и усиленные курьеры. Будем играть на фантомке. В принципе, все знают, как работает этот герой. Не буду об этом рассказывать, в катке все увидите. Поэтому хорошего просмотра, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать что-то хорошее в комментариях. Так, поехали. Я обычно записываю Dota 1.6, но тут хочется просто поиграть в Turbo. И, ну, в обычную Dota, а в обычную Dota я не играю рейтинг, не играю LPK, я играю только в Turbo. Ну, я играл раньше, но надоело, потому что с командой... Я не люблю командные игры. Тратишь много нервов, если тебе попадаются какие-то плохие люди. Оно тебе перестает быть интересно. Ты не получаешь от этого удовольствия. А так, турбо, 20-30 минут, поиграли и все. И все. Вот это у меня очень сложная линия. Огр правильно все делает. Ему надо ресы восстановить. И сможем дальше. В смысле, не хватит? Какая у него тычка большая, 64 урона. Это жесть, Арквардан. Ненавижу этого героя. Кучу ресов потратил. Порядок. ПТ-шечки сюда. Наверное, стикапнем. Не знаю насчет БФ-ки или дизоля, но что-то надо взять. Типа у тебя там что? Чисто медасик, да? Нормально. Поехали. Я победил. Он еще и долончика пофидил. Поприкалывался. Поприкалывался. Наверное, дизоль сразу. Сразу в дизоль. Из-за этих приколов. Давайте, 13 стиков есть. На этом спасибо. У нас медовый дум. Блин, он хрень собирает. У меня не огоним собирает.
Можем убить. Мы уже не можем. Да-да-да. Я с шестым. Хорош, держи в курсе. Стилишь? Нам и так дается опыт. Ну, по тауру не хочется лезть. О, ты... Да не, я не боюсь. Чего мне бояться? У меня до дизоля столько осталось. Я сходу в дизоль, чтобы драться. Ну, типа, без этих приколов, без боев. Хорош. Арк уже с шестым тоже, по идее. Хорош. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Лину можно? Не, не, нельзя. Там еще кто-то. Хорошо. Давай. Давай. Там блокхол есть? Да, есть блокхол. Да не, вроде. Я с дизолю. Дом братика, ты можешь себе аганим затарить по-быстрому? Аганим, блин. Это будет вообще имба. Ну только аганим не забудь купить, пожалуйста. Он тебе вообще неадекватный тут. Давайте всех похороним здесь. Не показывайтесь. Огар, возьми шмоточку. Да, можем, мне фласк летит сейчас. Но я могу подлететь в драку на бинке. Надо уже открыть эту ебаную вышку и... Пошли.
Так, это мне не надо. Так ли нас ШБ? Надо взять десты. БКБ башер и по идее начинаем играть. Ну все, в чем проблема? Ехали. Надо где-то драться, друзья. Нам надо какие-то агрессивные враги чуть-чуть. Типа хотя бы даже тут. Я думаю, ты далеко пошел. Жадность тебя сгубила. Так, я с БКБ, они без блокола. А можем ли ну внизу принять? А уже она ушла? Ну, давайте где-то в другом месте примем кого-нибудь. Я бегу. Давайте, давайте. Нормально. Так, уклонение. Рошана? О, пошли. Мне бы манки. Пацки, мне похилиться надо. Я на базу и на ТП приду. Подождите, подождите. Я уже с башером. Так. Я бегу. Бегу, бегу, бегу.
Изи 240. Есть БКБ, но у них блэкол уже есть, если что. Поэтому Скай, надо, чтобы ты в спине стоял. Давайте пушить стороны. Идемте пачку двигать. Вот что там один, аккуратно. Все, мы идем. Шивы и рефреш сразу затарь потом. Я продумаю. Похуй, 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 это... Есть БКБ, давайте драться. Вижен, вижен, вижен. Сларка. Мыша погана, мне досты, достов нет. Порядок. Попушить. Ле, почти. Хорош, хук на миллион. Жаль, только умер. Огр, а что ты не с нами, друг? А я умер. А, понятно. А что у тебя за затар такой интересный? Надо варды на Рошана и можем сделать с этим. У Лины Сильвер, Линка и эта хуйня. Оставьте пачечки тут. Пожалуйста, оставьте, сатаник нужен. Я сатаника. Рошан есть или нет? БКБ есть. Так, у нас дом отключился. Подождем.
Огар, дай баф. Я, кстати, дебил, я купил шард, поэтому я могу кому-то отдать. Лучше иди сюда. А тебе зачем? Передай пуджу лучше, у него лучше шард. О, он вернулся. Все. Давай. Управляйте, пожалуйста, кто-нибудь им. Управляйте, пожалуйста, думам. В сторону пушим и отходим. Можно вот этот тавр догрызть, он чуть-чуть как паленый. Все, отваливаем. Пуш подойди, я на тебя прыгну. Хорош. Все, пушим в стороны, халдим до Рошана. Аванпост пушится, уже захватывай. Адский аванпост. Так, наверное, я хочу скади. Потом скушать аганим. Это еще магический урон.
Найс, нафидели. Так, у них мы рефреш, если что. Да, интересная игра получается. О, ты вернулся, друг. Дом, ответь, ты вернулся или нет? Мы тут кто-то насрал. Жестко. Так, в спину захожу, давайте. А, почти, извините, извините. Простите, пожалуйста. Не умирайте, просто дохните. Наглядный пример, как не надо делать. Найс. Что я могу еще купить? Ну реально аганим, муншард. Идемте Рошана быстро. Там нет ни блэкхола, ни рефрешера у него, ничего. Подо мной кто-то стоит. Давай. Блять, ну... Ставьте тут вижены вообще везде. Порядок. Как я не сдох вообще. Это жестко. Пуша, можешь скушать меня?
Меня зачем? Попастику снести? Я пушу. БКБ-10. Все? Изи получается. Спасибо за игру, парни. Пушьте трон. А там Марк уже ливнул. Ладно, я не буду тратить байт. Так, избыток 5,5. Избыток 1100. Давайте вот так пока поставим. Дом вешай. Парни, вы что делаете, блядь? Там Сларк с ДД и настаканный. Жестко. Есть байбеки? Нихуя. Лотус. Где, блядь, где еще? Я надеюсь, у них никто не умеет аркварденом управлять. Да просто в миты закончить, парни. Там трон не хилится, у него 600 кп. Дум, подойди. Пошли в трон вдвоем. Но у меня БКБ нет, меня могут спокойно блядь, контроль дать. Кстати, хороший вариант. Сентрики. Лучше сентри, пожалуйста. Ходили. О, новый тир. Новый тир, новый тир, новый тир. А вот эту тему, кстати, может дать мне. Меня шпуярит в основном. Да там нет его еще. Мы уже должны были закончить и пойти next. Там поставь.
Короче, идемте закончим. Слайм без бая. Сларк без бая, этого нет. Все вообще нормально. Ой, какая-то затянутая игра. Да, реально легко. Довольно-таки оказалось. Но можно было и быстрее закончить, если бы тип не ливал бы, точнее, ну, не отключался бы. Так. Тут мы прошли. Давайте статистику посмотрим. А кто лучший герой? Лучший герой Пудж. Дальше статистика по урону. Ну, Энигма, да, больше всего нанесла. А у нас, понятное дело, Скай. Все, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, утра, вечера, всем пока.